Всем привет и добро пожаловать на канал. Сегодня рассмотрим, как на iPhone с iOS 14 рисовать пальцем ровные линии. В iOS 14 купертиновцы улучшили режим рисования, который в первую очередь ориентирован на iPad со стилусом. Но некоторые фишки доступны и на iPhone. И сейчас я рассмотрю, как использовать новые полезные функции на вашем iPhone. Интересует? Жмите лайк, подписывайтесь на канал и поехали! Итак, режим рисования будет доступен во время создания заметок, редактирования скриншотов, изменения фото. Если разработчики будут встраивать интеллектуальный режим рисования в свои программы, тогда красиво рисовать можно будет и у них. Эта функция в iOS 14 работает без дополнительной активации и позволяет рисовать красивые и ровные фигуры пальцем. Чтобы система распознала интеллектуальный режим рисования, достаточно нарисовать фигуру одним движением и в конце задержать палец на долю секунды. Дальше система сама распознает и превратит неровную фигуру в геометрически совершенную. Интеллектуальный режим рисования на базе iOS 14 способен распознать такие геометрические фигуры, как квадраты, треугольники, звездочки, овалы, стрелочки, а также другие геометрические фигуры. Я надеюсь, что такая оригинальная фишка позволит вам лучше использовать свой iPhone. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, оцените видео лайком, а также подпишитесь на мой канал. Всем удачи и пока-пока!